Детали создают образ. Бижутерия уже давно перешла в разряд первоклассных украшений, которые используют именитые дизайнеры в своих коллекциях. Кольца, браслеты, колье и серьги сделают даже самый обычный классический наряд эксклюзивным. И сейчас в моде крупные аксессуары. Носить бижутерию нужно правильно, чтобы без ошибок сочетать аксессуары в придуманном образе, не лишне прислушаться к советам стилистов. С точки зрения профессионалов, лучше меньше да лучше. Я, естественно, ориентируюсь на то, что мне нравится или не нравится, но я просто так никогда не буду хвататься за абсолютно все, что нравится, поскольку очень много талантливых людей, очень много красивых вещей. Но эти вещи с тобой должны, во-первых, совпасть, во-вторых, совпасть с сезоном, в-третьих, совпасть с вечностью, в-четвертых, иметь персональную историю, ну и так далее и тому подобное. Бижутерия, в отличие от ювелирных украшений, стоит гораздо дешевле. Инвестируйте в крупные аксессуары. Используйте их в своем базовом гардеробе в качестве модных ярких акцентов. И вы получите много новых образов без ущерба для личного бюджета. Не обязательно девушке мечтать о изумрудах, я не знаю, каких-то дорогущих бриллиантах. Потому что, наверное, какое-то одно колечко должен подарить ей, ее любимый человек, когда просит выйти замуж. А все остальное, чтобы она легко играла с этим. Thank you.
Продаются сетами. Есть серьги, есть браслет, есть кольцо и есть ожерелье. Конечно, нельзя носить все сразу, безусловно. То есть это может выглядеть красиво на модели в рекламном имидже, но в реальной жизни, конечно, так не поступает.